Лошадей забрал. Почти. Там еще осталось 25 голов. Впереди. Так, машала. В общем, в принципе, вместе были. С одной стороны, хорошо, когда лошади вместе ходят. Это все создавалось одного Юра. Все вот эти лошади. Три коська, они вообще создавались, как говорится, разводились, вернее, с одного коська. И получается, в следующем коське это дочери матери, в третьем коське опять же дочери матери, как бы они друг друга знают, знаются издавна. И вот они ходят по воле Аллаха за друг за другом, альхамдулилля. И как бы у нас таких проблем особых нет, машаллах. Если жеребец не начинает гонять. Так как один жеребец, наш патрон, уже сдулся. 25 голов, которые осталось, там один жеребец есть. И вот тут батон ходит. Батончик. Никого не гоняет, всех за ним ходит. Дружненько. Дружная большая семья. Маша Аллах. Как-то так, короче. Все, подписывайтесь, еще Аллах. Машалла. Прям идут, пасутся прям хорошо. Жары нету, осень уже. Когда жара, они, блин, бежать начинают на воду, в тенек. Машкара их начинает доставать, мучить. А сейчас прям, машалла, хорошо идут. Вот шар еще, блин, хочется сюда обойти меня. Субханалла. Жарко был такая хитро-мудрая, а. Мудрый, капец. Не пошли. Вот, еще косяково идут. Подружайки, е-мое. Вчера вечером приехал, вообще, субханалла, ходят, блин, четвером. Пятером или четвером вообще ходят, отдельно, субханалла.